Так, пора дошпилить песочница. А, это последнее задание. Так, загрузить. Уж не помню. Один, да? Да, по времени вроде как самое позднее один. Ну, что-то такой вопрос. А чё это постоянно, как точки сохранения или что? Вот это все. Где-то. Ладно. Зов джунглей. 1:14 даже. Время прошло. Так, ну джунгли, протосы и газ. Терозин. Нужно строить улучшенную нашу пехоту с медиками и разносить все это дело. По-моему, когда первый раз я играл, самый первый раз, даже прохождение свое пытался найти, но что-то не нашел там какой-то порядок. Так, эти строятся. ТСМ готов! По максимуму. И что у нас значит? Барак 1. Гелионы. Гелиаф очень дорогие. Это у нас что, улучшение? Режим готов. Вооружение улучшаем сразу. Так. Один это что голяпа. Приказы будут. Казармы, наверное, еще одни. Режим готов. Или сразу хранилище. Есть. Режим готов. Есть работенка. Требуются дополнительные хранилища. Входящее сообщение. Эта планета была священной землей Талдарим задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно убирайтесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора тирозина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. Что стряслось? Ну, в принципе, немного напали. На сложности новичок-то нападение совсем слабо. Подлатать. Есть! Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Приехали. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно тирозина. Требуется помощь. Так.
КСМчика я хотел одного отправить. Где он тут стоял? Доктора вызывали? Чтобы он его починил. Надеюсь, он починит это. А тут что не ставится? А, вот реактор. Недостаточно минералов. КСМ готов. Кабаны 250. Бегом, марш! Приказы будут? КСМ готов. Понятно! Пристройка завершена. Пристройка завершена. СМ готов. А! Чего пугаешь? Будет сделано. СМ готов. Так, 4. Еще 2. СМ готов. Я уже заждался. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь Стиразина. Есть! СМ готов! Кто на новенького? Кому навешать? СМ вот. Готов. Вооружен и опасен. Так, последний. Здесь у нас один тройку построил. Что стряслось? Давай, удиви меня. СМ готов. Есть работенка. Так, комплекс. Ура! Сверхурочные! Выкладывай. Улучшение завершено. Да, да. Калиаров на связи. Какие будут указания? СМ готов. Приказы будут? Так, полная очередь. О, комплекс, а тут что-то ничего нету. Ну и ладно. Брось дороги! Кого подлатать? Так, ну завод-то вот он. Завод, турель, вышка. Бегом, марш!
молодишь. Точняк. За дело? Кому навешать? Оставим их интеллектом. Я уже заждался. Связь налажена. Кто на новенького? Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стирозином. Требуется помощь. Кто на новенького? Требуется помощь. Вооружен и опасен. Прочь с дороги! Отлично! Высылайте мешки для трупов. Давно бы так. Так, реликвия одна из трех. Сейчас надо вот эту базу разбить. Кто на новенького? Нададим им жару. Что стряслось? Приказы будут? Превосходно! Прочь с дороги! Жду не дождусь! Зададим им жару! Круто! Талдарим запечатывают алтарь стирозином. Поехали. Так точно, сэр! Жду не дождусь! Ну прям песня. Так, и реликвии протосов-то надо все найти. Так, ноль запечатан. ТСМ готов. ТСМчик. Выкладывай. Thank you.
Так, и что тут еще можно построить? Ну, бункер. Откуда они пойдут? Сюда. Будет сделано! И воздушную. Запечатывают алтарь с тирозином. Уничтожить, что тут еще сказать. Реликвии бы не пропустить. Надо будет потом побегать. Еще бы! Так точно, Сэм! Понятно! Десяточек еще подбавим. Есть свободенка. Водишь ты. Ну да, конечно. Есть. Так, здесь. Всегда хотел КСМ, нет. Бегом! Планетарная крепость. Вот это нормальная тема. Бункер сейчас достроится. Приказы будут? Жду не дождусь! Давай, удиви меня! Тут кристаллы, в принципе, уже чуть-чуть остается. Потом просто их перешлю туда и все. Высылайте мешки для трупов. Кому наверх? Прочь с дороги! Улучшение завершено. Отображали эти реликвии, где их найти-то? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Ничего, сейчас уже туда отправлю. Тут все будет правильно. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Погнали, не успею. Высылайте подмогу! Марш!
Что стряслось? Реликвия. Как скажешь. Месторождение минералов выработано. Понял. Так точно. Что не дождусь? Понятно. Окей. Месторождение минералов выработано. Все понятно. Ну и где-то здесь, наверное, в этом углу. Месторождение минералов выработано. Почему бы и не? Так, ну здесь, наверное, база. Внимание! Талдарин запечатывают алтарь стирозином. Будет сделано! Сваливаем. Надеюсь, не успею запечатать. Где бы тут реликвию-то найти? Превосходно! Десяточек здесь. Лабораторию подстроим. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Что стряслось? За твой счет. Брать с дороги! Кого подлатать? Так, головорезиков. Бегу, марш! Как урон посмотреть? О, 40. Смерть на пороге. Две секунды между атаками.
Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Жду не дождусь! Вас понял! Конечно! Что происходит? Выкладывай! Есть работенка! Смерть на пороге! Улучшение завершено. Какое еще улучшение? А, планетарная крепость. Ну что, можно нападать, пора. Вооружен и опасен! Еще бы! Алтарь с тирозином. Да, ладно. Высылайте подмогу! Задавим их интеллектом! Все понятно! Прочь с дороги! Окей! Леспеновый гейзер иссяк. Будет сделано! Так точно, сэр! Давно бы так! Превосходно! Вооружен и опасен! Ну все, теперь остается спокойно. Что собрать. Происходит?
Подожди. Так, реликвии собрали, керозин собираем. Пробки. А? Чего пугаешь? Выкладывай. Есть. Что стряслось? Четыре. Еду. А? Смелый ход, мистер Рейнер. Обходишь подвал Даря за раз. При таком раскладе нам будет сложнее отбиваться от Талдаримов. Но чем скорее мы сделаем дело, тем скорее уберемся с этой планеты. Кого подлатать? 7. Первая канистра у меня, сэр. Везу ее на ближайшую базу. Давай, вези. Отлично. Вот и первая канистра. Входящее сообщение. Мы не позволим вам безнаказанно красть дыхание жизни. Ротосы послали за вами авиацию. Защищай КСМ, иначе все пропало. А что, где авиация-то? Этих безрассудных тиранов нужно остановить. Убейте их всех. Ну, все, никого нет больше. Две собрал. Третья идет. Не, нормально. Когда нету флота ихнего, база уничтожена, никого не высылают. Нормально. Третья канистра. Уважаю, брат. Давай дальше в том же духе. Большая часть канистр уже у нас. А твои рейдеры шустрые парни. Осталась всего лишь одна канистра. Хорош. Все. А вот и последняя канистра. Сваливаем, ребята. Похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Сложность боец. Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков они использовали Джорий и Тирозин. Все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Ну, попробуй. Кают-компания, сейчас спустя. Тоже.
все еще не доверяешь мне, брат? Пока не определишься, обсуждать нечего. Новые наемники. Это тоже чертов псих, Джимми. Вечно мычит себе что-то под нос и цацкается со своими куклами. Ну и ладно, разнообразие вносит. Кто-то же должен компенсировать твою утонченность и изящные манеры. Да он же ненормальный, братуха. Я понимаю, что иногда у всех немного сносит башню, но тут случай особый. У него явно не все шестеренки на месте. Давай-ка обсудим дела. Так, наемнички. Спартанцы, Голиафы. Да не, пока. А это, кстати, что? Кого-то пропустил? Или еще откроются потом? Наверное, скоро откроются. Так, пока не надо ничего. Я повторяю, погибли тысячи людей. Произошедший несколько часов назад взрыв на военном заводе Доминиона вызвал цепную реакцию, в результате которой несколько кварталов жилого района, где проживали семьи рабочих, были стерты с лица земли. Служба безопасности Доминиона утверждает, что это был теракт, совершенный повстанческой группировкой Джима Рейнера. Но наше собственное расследование указывает на то, что на территорию завода проникли агенты с уникальными способностями к маскировке. В связи с чем напрашивается вопрос, могут ли беглые призраки, о которых мы упоминали ранее, все еще представлять угрозу? Кейт Локвилл, специально для UNN из центрального мира Нефер 2. Так, ну арсенал для начала. Чего там у нас? Консоль. Да мы сами нынче как пираты. Эй, Качинский, у тебя ром остался? Якорь мне в... Так. Улучшать головореза. Техника появилась. Голиаф. Да что-то технику неохота улучшать. По воздушным и наземным. Турель. Даже не знаю, пока что с воздушными войсками особо проблем нет. Пехота. Мародера улучшать нет. Противопехотные или дальность стрельбы. Или и то, и другое взять. 75-60. Головорезы. Попробую улучшить их. Потом построить какой-нибудь миссии. Так, мостик. Так, а что в архиве получается? Зов джунглей, ну все по порядку. Как вы проходили бегство. Что хочешь сказать? Что скажешь об этой зашифрованной передаче? Честно говоря, я не знаю, сэр. Если тоже действительно фантом, то понятно, почему Менгск пытается вас стравить. Но ведь и тоже явно что-то скрывает. Если мы хотим победы революции... Ты прав. Мы должны быть уверены в своих союзниках. В лаборатории, если не ошибаюсь, больше ничего нет нового. Ну-ка глянем. Ну, кристалл какой-то. А, она что-то хочет сказать. По вашей просьбе я провела исследование проб тирозина. Похоже, что это типичный веспен с весьма необычными органическими примесями.
Для чего он может использоваться? Газ определенно влияет на химические процессы в мозге. Думаю, его можно применять в качестве наркотика или стимулятора. Наркотика, говорите? Просто чудесно. Так, рейдеры Рейнера нашли некий протосский кристалл. На время хранения я поместил кристалл в соляной раствор. За последние 12 часов его плотность повысилась на 553%. Откуда он черпает энергию и сырье? У меня есть страшное предположение, что он каким-то образом подключается к нашему кораблю. Если об этом прознает Свон, он немедля выкинет кристалл в мусорный шлюз. Мне просто нужно быть осторожнее. При первом же подтверждении того, что эта штука может повредить Гиперион, я лично уничтожу ее. Пока непонятно ничего. Улучшений вроде как не должно быть. Тут совсем немножко прокачалось. 3, а надо еще 2. Будут у нас что? Скорость атаки или защита. И то хорошо, но мне хочется в атаку взять. Защита уж фиг с ним. Есть медики, они лечат. А вот скорость атаки — это будет нормально. А здесь 4 до 15 надо. Хищник. Что-то непонятное. Но вот протоски интересно поисследовать. Ладно. Так, 40 тысяч. Мы посмотрим, какие задания есть. Так. Тарсонис. Что-то там с поездом, если не ошибаюсь. Монлит — это Тайкус, что-то говорил. И гавань. Так, тут у нас что-то с доктором связано. Давайте посмотрим. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе, а может, на них напали протосы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Викинг, воздушная единица поддержки, вооруженная мощными противовоздушными ракетами, может переходить в штурмовой режим для ведения боя с наземными войсками. Ну, это здравая тема, как мне кажется. Хотя на Земле морпехи самые лучшие. Несмотря на райские природные условия гавани, ее близость к территории протосов удерживала тиранов от активной колонизации до недавнего времени. Ну что-то, наверное, с протосами будет.